Батюшка со своей едет. С собачкой приноровился вот так ездить. Так пошли, ай, да. Красиво глядится. О, собачка-то ураганова дочка. И собаку прогуливает, и сам отдыхает. По пуську, как он проедет, интересно. Слазит. Велосипед устанавливает, а ее пошел купать. Это пруд. Видишь как? Праведник милует скоты свои. Сейчас, сейчас. Батюшка привел купать собаку. Хорошо, хорошо. Хорошо, молодец. Видишь как, а раньше ты плавал тут на воронке. Такой конек был маленький, батюшка на нем плыл. Он плыл прямо здесь, в берегах. Тут было 2 метра с лишним воды было. Хорошо, хорошо, хорошо. О, а ураган тот не так, он азартно. Промахнулась. Куда? Нашла. Ой, хорошо. Молодец, а. Так, подожди. Отойди отсюда. Это в деревне мы такой вот пруд устроили. Ну что сказать, ученая собака. Ученая. Ученая, моченая. Да, стой, подожди. Подожди. Все, все, пошли домой. Она уже ждет, время подходит обедать, она уже скулит. Привыкла, купаться надо. Угу. То есть она знает, что ей надо мыться. А это, привозили след. Я думаю, что такой широкий след-то? А вот сейчас проехали двое, как легковая такая, электрики, что ли? Да я не знаю, кто. Ну, я их заснял. Я не знаю, кто это. Такие сидят, как в нашей газели, но окна дальше, люди сидят. Подъехали там к трансформатору, развернулись и назад. Ну, может быть, это брезентом крытое. Да. Я не знаю, кто. Ну, вот, что? Ну, ладно. 18 тысяч отдал за одну. Еще 3. Надо крупнее. Крупнее фракции нету. Мелкая. Мелкая была дороже, а сейчас дешевле. Я уже догадался, почему так. Потому что новые объездные дороги делают, и там уже крупный. А это отсеивает поменьше, это люди возьмут. Еще мельче есть, с нулевой привезли посмотреть. Это вообще отходы. Это может быть на какие-то высокосортные аэродромы. Видишь, как прошли, уже утоптали маленько. Уже машины идут, сказали к нам. Сразу вызывай грейдер. Смотри, как он хорошо рассыпал-то. У него не на сторону валит, как песочники были, а за собой. И он 4 раза засыпал. Тут лопатами можно раскидать. Ну, лопатами не будет не кидать. Вон там идут. А так кто идет? Варлама Назарий. Устинова Алексея. А я там козел, козлу подведем письмо. Это. Козла поить идут. Вот дети. Маленькие совсем. Но они уже знают, что делать надо. Тут козы. И они идут, им доверяют. Он с детства к этому приучен. А человек, который ничего этого не знает. И городской приедет, ну ему заново надо учиться, да ладно еще полюбит. А то у нас были такие, пасти не хочет, а я не люблю пасти. А что, сначала козу пасти, да?
А ему сколько Варламу-то? 5 лет уже. Большой. А тому 2,5. Мы в 5 лет пасли уже с отцом. А у него там на другой стороне эти козы. Ну-ка подведи. Подведи поближе, как он будет. Козел, вот так. Ногой. Говорят, он на старообрядца похожий. А там далеко Сергей Павлович повел собак на дрессировку. Можно поближе подойти, не будет тогда трястись. Козел за себя постоит. А козочка довольно красавица. Это какая порода? Не знаю. О, стоит. Картинка. У нее еще эти сережечки висят какие. Ага, я вижу. На груди у нее сережечки висят. Рена, ну-ка. Поставь коза на место. А он защищает. Это его каноническая территория. Конечно. Он прав. Он скажет, я козел, но мне слева не стоять. Это вам стоять, козлы двуногие. О, какой он. Да на ухе у него сережка. Он, видишь, какой запятнанный. Уже антихрист поставил ему клеймо. 666. Боится, охраняет. Айда. Давай. А то попадет, айда. Пошли. С ним шутки плохие. Ну ничего, мы знакомились, Ренка с козлом. Он не уступает нисколько, и она его боится. Боится? Фотографии-то второго пруда-то, мостика-то мне не дали. Дала. Где они? Сейчас могу отдать. Давай. Угу. Вот он ходит, козел. Ой. А козочка какой породы? А это не знаешь. Дочка. А? Дочка его. Его дочка? Да. Его дочка. О, ну что такое, а? Ну, да хорошенький козлик, да борода у него замечательная. Ну, Рена, посмотри, какой козлик-то. Он чё? Не боится, а козы боятся. А он не боится. Нельзя. Ну, это если бы ураган, ураган бы его напугал. Ну, хороший козел. А бороду-то как репей-то затянул. Ему надо бороду расчесать. Ну ладно, мы пойдем, козлик. Сейчас она тебе принесет.